Друзья, всем привет! И как по названию вы поняли, что мы будем инкубировать яйца. В общем, есть у нас вот такой инкубатор. Это в промышленных масштабах он. Это не реклама, просто вот он такой. Если электричество кончится, то можно подключить к аккумулятору, прибавлять температуру, сотреть. Все понятно. Вот так вот он выглядит внутри. А мы будем с вами в другом инкубаторе. Я его поставил уже разогреваться. Вот он включенный. Сейчас там внутри положил градусник. И что? Вот яйца. 60 яиц мы туда закинем. Вот он так выглядит внутри. И посмотрим, что у нас получится. Впервые делаю такое. Ну вот, прошли сутки. Посмотрел я градусник там. Плюс 38. Начал подготавливать яйца. Рисую крестики. То есть я их положу. А потом переверну. То есть я буду понимать, в какую сторону переворачивать. Все, сейчас подготавливаю и буду закладывать. Сейчас подготовлю и покажу вам, как я буду закладывать и что получится. Все, вот я все подписал. Открыл уже и заливаю горячую воду. Так, есть. Все. Котофей пришел. Тоже интересно. И устанавливаем сеточку. Все, сейчас буду ложить яички или яйца, кому как удобнее. Вот так вот, да, наверное, их чухи по кругу положу. Вот так вот у меня получилось. Везде крестики рисовать не стал. Написал Михалыч. И вот такой смайлик получился. Ну все, сейчас закрываю. Ну вот, закрыл я. Положил туда градусник. Сколько за? Нифига не видно. Сейчас там 38. Ну вот, прошло 5 часов. Нужно перевернуть яички. То есть, что я делаю? Я открываю. Градусов у нас 38. Все, я начинаю переворачивать их. Так вот я их все перевернул и закрываю. Через 5 часов опять повернул. 4 раза в сутки нужно переворачивать без проветривания. То есть я думаю, ну раза 3. Ну сколько получится, столько раз я буду переворачивать. В общем, сейчас переверну. Одной рукой неудобно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.